цей блок 16 Єнс Магеров. Будь ласка, вітайте. Die schöne Zeit hier ist fast um. К сожалению, прекрасное время здесь уже почти закончилось. Ein letztes Mal heute eine Meisterklasse mit dem Thema Potenziale aktivieren. И последний раз сегодня будет Meisterklasse на тему активации нашего потенциала. Und es wird wieder anders werden als die anderen. И, конечно, это же будет опять как-то по-другому, чем это было раньше. Wir arbeiten mit persönlichen Themen. Мы работаем с личными темами, с личными запросами. Auf einer tiefen energetischen Ebene. На глубоком энергетическом уровне. Und wir arbeiten mit systemischen Aufstellungen. Ну и, конечно же, мы работаем с системными расстановками. Herzlich willkommen. Поэтому добро пожаловать. Спасибо, Янс Магеров. И далее, без змін поки що, Марина Смирнова, будь ласка. И ваші області. Доброе утро! Мой мастер-класс называется «Большие возможности маленьких детей». Мы поговорим с вами о детях, о том, кто они, чего они хотят, и как нам лучше и легче можно их почувствовать и понять их потребности. Кто точно знает, кто такие дети и как их почувствовать, не приходите. У кого есть вопросы, кто хочет с этим разобраться и об этом поговорить, я жду. Буду рада видеть. Спасибо. Спасибо, Марина Смирнова. Большие возможности маленьких детей. Очень вкусное название, мы тут все это отметили. Далее Олеся Самычкина. Под аплодисменты. Доброе утро. Мастер-класс мой называется «Четыре планеты любви», но на самом деле основной упор в работе мы будем делать на две планеты, на Марс и Венеру. И я думаю, что вы все слышали такую фразу «мужчины с Марса, женщины с Венеры». И иногда в отношениях, в жизни, когда мужчины и женщины друг с другом сталкиваются, начинаешь в это верить, потому что, ну уж очень большое отличие между мужчинами и женщинами, очень как-то сложно договориться, понять друг друга, принять друг друга, из конфликтных ситуаций выйти. И вот из-за этого всего становится как-то очень сложно друг друга любить. Вот на моем мастер-классе мы будем разбираться как раз с вот этими отличиями мужчин и женщин, как урегулировать конфликты, будем учиться договариваться друг с другом. И, возможно, вы узнаете о противоположном поле нечто такое, чего до сих пор не знали и не ведали. На мастер-класс приглашаются мужчины и женщины, которые хотят жить долго, счастливо и вместе. Спасибо, Леся Самышкина. Четыре планеты любви. Марс и Венера, еще две загадка. Ну і далі у нас деякі зміни. Майстер-клас Людмили Ускової буде, але буде на наступному блоці, тому ви просто переносите його нижче. Далі заявлення майстер-класу Вікторії Сідих не відбувається, тому що Вікторія до нас не доїхала. Але замість цього майстер-класу буде майстер-клас Тетяни Закаблук, а він у вас стоїть на другій лінійці. Тому ви просто переносите. Тетяна Закаблук буде зараз на цьому блоці. Добрий день! Сегодня я вам предлагаю тему «Путь к внутренней свободе» или «Мужество творить свою жизнь». Свобода – такое сладкое слово. Мы часто очень стремимся к свободе, но бывает так, что получив ее, мы как бы ощущаем себя на зыбкой почве, не знаем, что с ней делать, куда нам теперь двигаться, потерянно ориентируем. Свобода есть, а энергии для реализации желаний нет, потому что свобода – это всегда желание, но для желаний нужно еще применить творчество и где-то взять энергию, воплотить их в реальность. Вот где взять эту энергию и как избежать такого последствия свободы, как еще встречается? Добился свободы, а вокруг пустота, и я один. А хочется близкого человека, теплоты. И тогда другая крайность. Человек начинает искать близкие контакты, создают вокруг себя круг людей, но вдруг ощущает, что он очень не свободен. Обеспечивая себе этот круг, теряет свободу и не может реализовать свой творческий потенциал. Себя как личность раскрыть полностью. Вот где золотая середина? Что нужно для того, чтобы
пройти по своей свободе, сохраняя себя. Какое мужество нужно и мужчинам, и женщинам для того, чтобы быть собой и раскрыть себя полностью, и при этом оставаться и свободным, и удовольствоваться близкими теплыми отношениями. Вот эту золотую середину мы с вами будем вместе искать на моем семинаре. Будет немножко теории, будет упражнение и будут расстановки. Кому интересно, пожалуйста, приходите. Татьяна Закоблук. Семинар «Путь внутренней свободы и мужество творить свою жизнь». А дальше, по плану, с удовольствием представляем Светлану Филь. Под аплодисменты. Дякую. Мій майстер-клас буде називатись «А ти є в контакті?» «А ти є в контакті?» І перший раз в контакті – це за аналогією з однією з соціальних мереж, а другий раз в контакті – це в справжньому контакті, який може відбуватися між людьми. Власне, я хочу вам запропонувати подосліджувати, як ви будуєте стосунки, як ви будуєте цей контакт, на що ви орієнтуєтесь в ньому, як ви можете глибше зрозуміти, що ви вкладаєте в ваші дії, в ваші слова, коли ви спілкуєтесь з іншою людиною, що інша людина в це вкладає. І таким чином зможете більш щиро і більш чесно будувати той контакт. Я вам хочу запропонувати отакі аксесуари. І якщо вам цікаво, як можна за допомогою м'ячиків і мотузок дізнатися важливі глибокі речі про себе, я вас запрошую на мій майстер-клас. Ми це подосліджуємо. Власне, це все. Дякую за увагу. Свята Філь, а ти є в контакті, а в контакті із мотузками і шариками. Отже, ми закінчили представлення тренерів 16-го блоку. Далі йде перерва на обід, виселення. І 15.30 починається наступний блок, який розпочинає... Ні-ні-ні, який розпочинає Людмила Ускова. Людмила Ускова. Ну, ви собі вписали, вона так, коли починає Людмила Ускової, який був заявлений на першому блоці. От, ну і тоді поки що представить свій майстер-клас Віктор Гречановський. Віктор Гречановський. Спасибо. Для кого із вас я похожу на Віктор Гречановський? Уже, мабуть, для всіх. Когда я закончил мединститут в 80-м году, я чудом купил книжку. В советское время это был дефицит хорошей книги. Это был сборник лучших новелл 20 века. Среди них была одна новелла, которая называлась «Книга о нелепых людях». Знаете, я не знаю, как сложилась бы моя жизнь, если бы я как-то вдумчиво эту новеллу не прочитал. Я забыл фамилию автора. Это притча. Это притча о том, как Бог создал нашу землю людей и создал определенное количество смыслов. И те из людей, кто был пошустрее, поактивнее, те поймали себе некоторые смыслы. И смысла на всех не поделал. И те, кто потом искал смысл, вынужден был кому-то присоединяться. Тем, у кого этих смыслов было больше. Ну, как воздушный шарик. У тебя много, и я же тебе даже. И здорово, что я это рано понял. Ну, так, 25 лет назад. Потому что сейчас люди приходят ко мне в поисках смысла. И я помогаю им. Ну, например, сегодня вечером в 21.00 «Зеркало Тыжня» будет передача о женском движении «Фемин». Ну, у меня задача, ну что за движение, что происходит? Пришли ко мне, и я пытаюсь помочь этим. Ну, тем, что там, людям, которым это интересно. Кому это интересно, приходите, поищем. У меня, кто уже был, вы знаете, есть там, ну, такие реальные упражнения, реальные инструменты. То есть большая вероятность, что каждый, кто придет, к чему-то уйдет. Ну и поскольку это уже просто анекдота, я вспомнил Жванецкого, ну по поводу смысла происходящего, да? Я думал, это оргазм. Оказалось, астма. Спасибо, приходите. Дякую. Оля. Спасибо. Виктор Гречановский, мастер-класс по обретению смысла. Далее Людмила Ускова представит свой мастер-класс. Я, если можно, заключительное слово сразу скажу, да?
очень просили... Во-первых, я сама очень благодарна организаторам Альфа-Феста за то, что они дали нам возможность все вместе собраться и еще раз провести потрясающее время. Также хочу передать привет от одесситов. Они, к сожалению, уже сегодня здесь не будут с нами. Но, в общем, кланялись, целовали и сказали, что еще приедут. Сегодняшний мастер-класс будет называться «Психоанализ сновидений». Будем говорить, часть посвятим теории, что такое сновидения, почему они присутствуют, какими критериями руководствуются. И если нас будет достаточное количество человек, мы рассмотрим одно из сновидений в виде инсценировки. Спасибо. Дякуємо, це Людмила Лоскова і «Психоаналіз сновидень». І далі у вас заявлена Анна Дігтярьова, замість неї, як і раніше, Ірина Добринчук. Будь ласка, Ірина, просимо вас. Добрий день всім. Мой мастер-клас по діагностиці і коррекції судьби по 22 арканам буде проходити сьогодні останній раз, к сожалению, тому що вже закінчується наш фестиваль. Кто еще не просчитал свою матрицу судьбы и хочет это сделать, кто хочет узнать о себе много нового, а главное, как свою жизнь изменить к лучшему, прошу вас сегодня приходить, и мы с вами об этом поговорим. Дякую. Спасибо. Принчук и 22 архана. И далее без змін поки що Радмила Смирнова. Будь ласка, вітайте. Какой-то у меня там семинар придуман, да, там что-то для гармонизации чего-то. Вот. А на самом деле хотелось бы такую мысль общую подать, что мы делаем, когда нам хорошо. Когда нам хорошо, хочется петь, хочется танцевать. А в плане пения я вам не помогу вообще нисколько, разве что так как-то где-то помычать. Вот. А потанцевать мы можем. Потанцевать не в плане там чего-то, экзерсисов каких-то, просто душевно, просто по-женски, просто где-то в том состоянии, в том образе, который вам может быть более близок. Может быть, вы поймете, какой вам образ более близок. Без расстановок, просто в удовольствие, просто в практике, просто в движении. Спасибо. Спасибо. Людмила Смирнова обещает приятное движение. Ну что ж, дальше Светлана Фильм. И Павел Горбенко. Да. Представляют свой, но это не совсем мастер-класс. Тут написано «процесс-группа», поэтому, наверное, два слова надо сказать, что такое процесс-группа. Там еще написано, что это вечерние посиделки, а у нас будут денные. Ну, ключевое тут посиделки. Процесс-группа – это группа для тех, кто, первое, уже больше никуда не хочет, и хочет только собраться перед тем, как выехать за пределы фестиваля. Второе, это группа для тех, кто хотел бы что-то добрать до закрытия или наоборот что-то оставить, чтобы не брать с собой. И это для тех, кому важно было бы завершиться. Потому что все-таки 5 дней фестиваля это такое немножко особенное пространство, а как ни крути, как ни кому-то печально, кому-то может быть радостно об этом думать. Пространство это закрывается, и нам надо возвращаться в реальную жизнь. И вот для того, чтобы это сделать легче, проводится процесс-группа, которую проводим я и Света, и ждем желающих присоединиться к нам. Спасибо. Я только додам, что это возможность действительно хоть трошки интегрировать то, что с вами произошло тут, залишити зайве, яке ви тут, можливо, взяли щось непотрібне собі, теж залишити його тут і поїхати далі, додому або куди ви їдете в більш зібраному стані. То ми вас запрошуємо на нашу процес-групу. Дякую. Спасибо. Далі 3-4. Іван Вітканіч. Доброе утро, нас все меньше и меньше. Сначала о мастер-классе. Мастер-класс будет, как он там называется? Вся наша жизнь играем, сказка ложь, да не иногда. Ну, в общем, что мы будем делать? Мы будем играться. Этот мастер-класс я очень люблю, и это, наверное, единственный мастер-класс, который я постоянно повторяю, остальные как-то не меняются. Если кому-то интересно, это будет
мы будем творить свою сказку. Каждый может побыть, кем он хочет. И все это будет с глубоким смыслом. Ну, в общем, если кто-то хочет поиграться, получить что-то, поисследовать себя или просто побыть в классном, хорошем настроении, приходите. Это будет весело, прикольно, это точно. В общем, так, жду вас. Да. Ну, ну так как тут отменили закрытие, так мы его сейчас... Паранесса. Типа сейчас, да? Хорошо. Ну, в общем, мы все очень рады были вас всех видеть. Мы еще как бы вас будем какое-то время видеть. Вы будете какое-то время видеть нас, будете видеть друг друга. Осталось там каких-то пару часов. И мы хотели поблагодарить вас всех, тех, кто тут есть, и тех, кого тут уже нету, но все равно они где-то тут с нами. Поблагодарить за то, что мы были вместе эти 5 дней. Для кого-то они, может быть, были легкими, для кого-то тяжелыми, для кого-то прикольными, для кого-то со слезами. Ну, это настоящая жизнь, и хорошо, что мы прожили это время вместе. Спасибо вам большое. Давайте зараз всі ті люди, які проводили майстер-класи, підійдіть сюди до сцени, просто всі разом вам можемо сфотографуватись, і ми хочемо насправді найважливіше, висловлюємо вам нашу вдячність за те, що ви творили з нами цей фестиваль. Ми просимо вас, тих, хто тут ще є, теж підтримати нас в нашій вдячності. От, надіємося, що ви змогли дізнатися щось про себе, доторкнутися до чогось, до чого ви поки що ще тільки готувалися. От. І це наші тренери, шановні, які, власне, творили для вас цей фестиваль. Дякуємо вам дуже. Также хотим еще пригласить вас на наше следующее мероприятие. Как вы знаете, это у нас фестиваль, открывает наш фестивальный год, который будет насыщенным. В частности, вот у вас там на ваших программах написаны некоторые из наших мероприятий. И вот два слова о них. Первое, если кого-то интересует как бы коучинг, что это такое, если кого-то интересует турконсультирование, у нас 20-21 апреля в Киеве будет первый международный фестиваль коучингового консультирования. Там будут как бы классные коучи, лучшие коучи Украины, России, с Европы будут коучи. То есть, если кого-то интересует работа с организациями, приглашаем вас на этот фестиваль. Это будет первый фестиваль, и надеемся, что он будет тоже очень классным и полезным, кому интересна эта тема. А потом традиционно наш большой, он сейчас будет в мае, то есть 16-20 мая, весенне-летний Альфа-фест, он будет под Киевом. Там, как всегда, много мастер-классов, там до 300, там около 200 тренеров. Если у нас тут 20 тренеров, там будет 200 тренеров, которые будут представлять свои мастер-классы. Приглашаю вас на тот фестиваль, там вы можете увидеть вообще всю палитру практической психологии или тренингов, которые есть в Украине, и не только в Украине. Также приглашаем вас, если кому-то интересна тантра, если кому-то интересна йога, если кому-то интересны массажи, а также танцы. Если кому-то интересно на море плавать, тогда у нас в августе, у нас уже будет второй международный фестиваль йоги, тантры и массажа. Он будет в августе происходить на Казантипе. Там очень классное место, там широкие длинные пляжи, там почти нет людей. То есть там на пляже будут только те, кто будут на фестивале, то есть все свои. И приглашаем вас в августе, 11-16 августа, на фестиваль йоги, тантры и массажа. Ну и также наши весенние фестивали, наши учебные программы по телеске, по другим. Наши, приходите, кто в Киеве, приходите в нашу лабораторию. Если вы живете в других городах, и вам интересны будут тренера, с которыми вы тут познакомились, приглашайте их к себе. Встречайтесь, развивайтесь, и будет вам и нам счастье. Спасибо.